Доброго времени суток, уважаемые друзья, с вами Перпетум, или же Александр. Представьте себе ситуацию, вы находитесь один дома, и вдруг вам приперло в туалет или же помыться, не знаю. Вы пошли в ванную комнату, ну или же в туалет, и тут вы услышали шаги. Ну ладно, если бы были только шаги, возможно, это ходят соседи, не будем обращать внимания, пофиг на шаги. Но действительно заставляет насторожиться вас, так это слизь, которая течет из маленьких щелей в ваших стенах. Щели эти очень маленькие, вы их не видите, но слизи из них течет довольно много. Выглядит это примерно вот так. Видите, ужасная слизь струится, сочится вот из этого древнего камня. Ну что же нам нужно с ней делать? Она вроде бы противная, но также мы можем ее использовать в быту, делать из нее всякие прикольные штуки. В общем-то, да, мы будем ее использовать, мы не будем бояться. Так что давайте, ребята, теперь всерьез перейдем к моду. В общем-то, сегодняшний мод добавляет такие вот слизевые блоки. То есть слизь теперь придется добывать в пещерах, разбивая блоки, потом переплавляя их, пережаривая, можно, наверное, даже так сказать, в печи. То есть мы добываем один блок, или два, или три, или четыре, или пять, ну сколько вам надо. Сколько вам, конечно же, нужно. Берем эти блоки, кидаем их в печь. И начинается переплавка. Получается вот такая вот слизь. Видите, да? Вот такая вот слизь. Сейчас я объясню, зачем это нужно. Например, когда я играю в Майнкрафт, я, блин, очень-очень-очень редко могу найти слизней. А слизь иногда нужна, согласитесь. Слизни встречаются довольно редко, особенно если рядом нет болотного биома, слизь добыть очень трудно. Но теперь вы сможете ее добывать на уровне угля. То есть вы будете ползать за углем, а заодно находить и слизь. Это, конечно же, очень круто. Ее будет очень много. Ну, как много? Поменьше, конечно, чем угля. Но тоже относительно много. Поэтому вы сможете реализовать все свои самые страшные даже задумки. Так что, ребята, добывайте слизь. Не нужно искать болотные биомы, бегать по всему миру Майнкрафта. Просто стоит спуститься под землю и найти вот такие вот блоки слизью. Сломать их, позже переплавить, и вы получите классную слизь, из которой сможете делать механизмы. Спасибо за просмотр, если вам понравилось, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь и до новых встреч, друзья, пока!